Прошло заседание. Спасибо большое Юрию Дмитриевичу, защитнику Союза добровольцев Донбасса. Судья принял решение освободить из-под стражи. Это будет произведено, я думаю, завтра, послезавтра освободят меня. И будем делать документы, оставаться на территории Российской Федерации. И больше не будем допускать таких ошибок и нарушений законов Российской Федерации. Спрашивали, где был задержан, при каких обстоятельствах, ну, что дальнейшее планирую делать. Какие планы, семья, где находился, где работал. Полностью все судья интересовалась, спрашивала. Предоставляли ходатайство о моей службе в Луганской Народной Республике. Предоставили документы, которые в положительную сторону, думаю, сыграли роль в моем судебном заседании. И судье, Ваша честь, спасибо большое, тоже она с пониманием отнеслась к этой проблеме, отменила выдворение. Есть знакомые, есть товарищ, тоже сослуживец, с которым вместе служили, проходили не одно боевое столкновение с украинскими силовиками. И надеюсь, он окажет мне содействие, пока я все время буду находиться у него. Была попытка заработать, но в дальнейшем теперь таких ошибок допускать не буду, потому что понял, что за это будет, и в дальнейшем законы нарушать не стоит. И советую другим ребятам, которые приезжают, не создавайте проблем, обращайтесь сразу в ФМС и обращайтесь, делайте документы и не допускайте таких ошибок, как я допустил. Спасибо огромное Союзу добровольцев Донбасса, особенно Александру Юрьевичу Бородаю, за оказанную помощь в моем деле.